Всем привет, мои дорогие, с вами Кулинова Аня и проект Фаберлик Онлайн. В этом видео будет куча всякого непонятного, можно так сказать, такой разношерстный обзор, новинки и не новинки, все в перемешку. Смотрите, значит, заказала я 10 штучек шоколада на меду молочный с кокосом и нони. Положила сюда одну, чтобы не забыть сказать, артикул 16057, очень вкусный шоколад именно на меде, именно без сахара. Тут в составе идет кокос, который содержит белок, полезные жиры, и плоды нони, которые богаты антиоксидантами. Ну, пусть моя 8-леточка молодеет. Далее побежали вот такие вот следочки, носочки. Не знаю даже, как их назвать. Это носки-невидимки, 3 пары, артикул 820-051, размер 36-38. Чем они мне нравятся? Но они действительно невидимки. И вот тут вот есть что-то вот такое вот прорезиненное, как вы видите. И вот это вот прорезиненное, оно, в принципе, классно держит пяточку. Поэтому вот такие вот 3 пары у нас с вами. Абсолютно белые. Далее заказала носочки, все по 2. Тоже очень-очень удобно. Тоже удобно и классно. Знаете, чем? Тем, что они, во-первых, разноцветные, свежие, легкие, мягкие, классные, комфортные. И вот тут тоже вот на пяточке, конечно, нет вот этих вот липучек, которые есть на тех, но они, опять-таки, очень хорошо натягиваются, тоже не спадывают, удобно носить с кроссовками, совсем-совсем-совсем. Значит, это у меня размер 36-38, артикул 820-594. Следующие идут уже с артикулом 820-596, размер 36-38, так же, как и предыдущие, 65 хлопок, 32 полиэстер, 3 эластан, тоже идут 3 пары, такие вот желтенькие, прям желтенькие, идут они, такая упругая резиночка, все здорово и классно. Есть такие вот темненькие, голубенькие, кстати, к нашей домашней одежде будут подходить великолепно, к нашей коллекции новой домашней одежды. Поэтому тоже заказала, потому что себе, свекрови, дочке, в общем, носки всегда расходятся. Далее, а себе такие кроссовки я решила не брать, потому что у меня перебор с кроссовками. Я не могу не оставить кроссовки. Тут, значит, стелечка достается. Везде, где достается, буду показывать. То есть она такая, знаете, упругая. Там внутри все очень тоже хорошо. Размер 35. Я их оставила в своей викуле. В принципе, практически как раз. Ну, осенью точно будет как раз. Сейчас у нас весна. Вот тут идет что-то типа замши, типа ткани. Великолепные. Подъем, взъем. Все регулируется, кто как называет. Скажешь подъем, ругают, что не взъем. Скажешь взъем, ругают, что подъем. В общем, я так понимаю, страна Россия огромная. И везде, в каждом регионе называют по-своему. Артикул 886-156-35 размере. Когда вы будете добавлять по этому артикулу, то размер там можно регулировать. Вверх искусственная кожа, подкладка текстиль, стелька текстиль, подошва ПВХ. Отличные, легкие, классные, суперские. Ну, скорее всего, в самую там жару какую-то ножка будет потеть. И вот эта вот тканевая штучка, как вы видите, она такая типа замши всего. Ну, не знаю, посмотрим, что будет. Если что-то будет, то в пустышках я вам расскажу. Все неприятные моменты тоже бы хотелось узнать. Так, далее штаны. Я их заказала. Это размер XS42. Просто попробовать. Но они викульки слегка чуть-чуть великоваты в талии. Ну, детской одежды у нас много, но вот мне эти желтые штаны понравились. Вот, слегка чуть-чуть великоваты, совсем немножко. Да что-то типа каких-то таких брюк-леггинсов, которые можно носить как хочется. Хлопковые, мягкие, приятные. Нашла их в обзоре, что одна девушка своей 9-летней дочке их заказала. Где-то вот на ютубе встретила. И думаю, дай попробую, тоже закажу. Карманы тут обманы. Но, если честно, они очень сильно великоваты.
вопреки, я даже не стала вот тут вставочку вставлять, стала вам показывать. Размер XS, состав 62 хлопок, 35 полиэстер, 3 спандекс. Джеггинсы женские, артикул 604-00. Но, в принципе, я уже чувствую, что моя Виктория Антоновна скоро вырастет уже и будет носить и взрослую одежду, не только детскую. Далее, что дозаказала из белья. Мне хотелось, конечно, вот знаете, вот эти вот постельные цвета, оттенки, они мне безумно понравились. Значит, XL 920-652, состав у них идет 92 хлопок, 8 эластан. Отличные, просто отличные трусики, это обычные слипы. Ну, очень они мне понравились, прям очень они мне понравились. Пожалуйста, не снимайте защитную пленку до тех пор, пока не будете уверены, что изделие вам подходит. Без защитной пленки изделие не подлежит обмену и возврату. Вот недавно у нас в чате девушка одна ругалась, что у нее не взяли на возврат, но она эту пленку убрала. Я уже их поносила, я уже их постирала, я уже их, ну, честно сказать, беру осознанно. Вот этот вот второй раз, просто такого цвета у меня еще нету, вот именно такого. И что могу сказать? Вот я брала в размере 2XL, так вот они слегка становятся свободными при носке и уже не так удобно. Могут впиваться там в попу, еще что-то. А вот именно, что если вы берете размер, вот у меня если XL, я взяла размер, то они у меня очень хорошо сидят, никуда не впиваются и наверх не заезжают. В общем, все великолепно, все удобно и комфортно. Далее трусики с высокой талией взяла тоже в размере XL 920-686, они точно такие же, вот точно такие же бежевые идут уже слипы. Если тут завышенной талии, то это вот уже слипики идут. 920-658, отличные. Вот, ну, ролик по ним есть, как они смотрятся, конечно, можно еще раз тут вставить, чтобы вы посмотрели. Да, действительно, они классные, они стоят того, стоят ваше внимание. Значит, дальше артикул 920-706, завышенной талии, 1XL. Тоже 95 хлопок, 8 эластан, все вместе. Где заканчивается комфорт и начинается стиль? Он не заканчивается. Мы стираем грани. Хлопковая коллекция нижнего белья и спортивной одежды – готовое решение для тех, кто хочет собрать универсальный гардероб для дома и занятий спортом. Натуральные материалы, высококачественные ткани, простота и совершенство линий – беспроигрышные модные приемы этого сезона. Сложные благородные цвета и минималистичный крой создадут стильный и законченный образ. Коллекция пропитана духом свободы, наполнена энергией молодости, движения и стиля. Мягкий хлопковый трикотаж, высококачественные ткани, комфортный крой. Широкая палитра от базовых до ультрамодных оттенков. Так, далее с вами побежим. Концентрат для чувствительной кожи. Это просто мега штука. Если есть где-то какое-то раздражение, еще чего-то, он, конечно, справляется хорошо. Он такой желтоватый, быстро впитывается. Но вот в самом начале идет, видите, как мазь аптечная какая-то. Вот. Ну, потом он исчезает, впитывает. Все хорошо, великолепно. Смазывать можно все участки тела, не только лицо. Артикул у него 0,585, он идет 30 мл, он восстанавливает кожный барьер, снижает чувствительность кожи внешним раздражителем, обладает П-витаминной активностью, смягчает роговой слой, способствует удалению отмерших клеток, увлажняет кожу, предотвращает потерю влаги, устраняет ощущение стянутости, возвращает чувство комфорта. Нанести его нужно тонким слоем на очищенную кожу лица по мере необходимости. Рекомендован именно для чувствительной кожи, действительно, что-то тут есть такое, что вот успокоительное. Далее, 70% скидочкой свое я взяла Элисар, артикул 3069, это без кристалла Сваровски, действительно очень приятный аромат. Бежим дальше, решила посмотреть, что за пакетики. Ну, знаете, клевые, классные пакетики, BioBest, вот это вот самый такой большой, суперский, вместимый, артикул 781-124, буду брать еще, действительно приятно. Взяла, ну, я их вам уже тоже показывала, артикул 862-022, размер XL, 92 хлопок, 8 эластан, шортики, поэтому просто показываю, что взяла. Взяла еще вот одни такие же брюки. И почему-то они у меня вышли в размере XS. Я нечаянно ошиблась. Ну, вот вы знаете, у меня их дочка забрала. Говорит, отлично сидят, отлично смотрятся. Ну что ж, пусть носит. Пусть носит, хотя она у меня, попа у нее 48-я, но они вот на ней прям хорошо сели. Пусть будут. Артикул 861-994. Ну, она говорит, мам, не отправляй на возврат. Ошиблась, ничего страшного.
Далее у нас с вами пошла такая вот кружечка. Это кружка с крышкой. Материал волокно пшеницы 45%. Далее полипропилен 55, силикон. Объем 350 миллилитров. Артикул 117-75. Вот знаете, от мух на даче просто великолепно. Можно даже вот пользоваться и забыть о различных проблемах. Ну, шикарно. Цвет такой приятненький. Как раз такой домашний, деревенский и так далее. Ну что ж, попробовала я вот эту вот маску. Еще заказала две штуки. И я вам могу сказать, что она надевается хорошо, носится хорошо. Действительно чувствуется вот это вот натяжение, чувствуется вот эта вот подтяжка. One Week Miracle ролик я вам вставлю. Но ее нужно, дорогие мои, примерять. Честное слово, потому что у меня, но вот, ну, кадыка у нас нет, но у женского пола. Но вот это вот место шеи, как раз вот где заканчивается вот тут вот эта маска, оно мне впивается. Я все время хожу, подкашливаю, мне давит, мне неудобно, я не могу. Это, наверное, не под размер моей головы, потому что я и так, и сяк, всяко разно пробовала. И пробовала чуть-чуть, тогда оно подвисает, и при движениях все равно давит. Хотя тут можно регулировать, но вот мне она не подошла. Но я не могу. А знаете, что самое интересное? У меня ее дочка забрала, ей почему-то нравится в ней ходить. Моя Викуська маленькая, не знаю, что у них там, у особенных деток такое в голове творится. Артикул 0656, про нее очень подробно, классно сейчас будет вставлена аннотация. И все-таки я вот заказала две штукенции. Свекровь у меня примерила, ей хорошо, ей не давит. Муж прикололся, на себя померил, когда я ему сказала, что она мне не подошла, ему тоже не давит. У него насколько шире больше голова вообще моей. Еще повезу, вот у мамы 25 мая день рождения, и я повезу еще маме такую штучку, посмотрю, может быть, ей подойдет. Вы видите сейчас совершенно удивительная новая история, это маска-бандаж. Практически ее главная и основная задача – это смоделировать овал лица. С ее помощью вы будете избавляться от второго подбородка, от брыли. Вы поднимете лицо выше, и кожа будет сиять, ко всему прочему, молодостью и красотой. Как ее использовать? Чем она отличается от того, что вы видите на рынке? На самом деле маска совершенно уникальна. Она сделана из уникального материала по японской технологии. Не имеет абсолютно никаких швов. Поэтому, когда вы будете ее носить достаточно долгое время – а ее можно носить несколько часов дома, пока вы занимаетесь домашними делами или просто отдыхаете, не останется ни малейших морщин и заломов на коже. Маска прекрасным образом будет фактически изображать вашу вторую кожу. Вы должны одеть маску, но под маску обязательно положите крем или маску или сыворотку из серии One Week Miracle. Это поможет крему, маске, сыворотке впитаться достаточно активно и глубоко под воздействием маски-бандажа. Но помимо того, вы можете ее применять еще в особых ситуациях. Например, после пластических операций, такие случаи тоже случаются, после каких-либо интенсивных косметических процедур, например, смаз-лифтинг, ультразвуковой лифтинг, РФ-лифтинг и так далее. Я произношу, возможно, сложные слова, но если вы уже пошли в косметический кабинет и сделали эту процедуру, то вам это будет совершенно понятно. Итак, как мы будем действовать? Сначала, естественно, кожу нужно очистить. Я не буду сейчас проводить эту манипуляцию с нашей прекрасной Машей, поскольку это вы прекрасным образом сделаете дома сами. Как правильно пользоваться маской? Вот такой уникальный предмет, бесшовная маска, которая позволит сделать ваш овал лица совершенно идеальным. Удобство ее и глобальное отличие заключается в самом материале, это первое, он абсолютно не имеет никаких швов, вы это видите. И вот эти прекрасные широкие застежки. С их помощью вы плотно можете закрепить маску на лице и, кроме этого, еще и отрегулировать ее по размеру вашего лица. Делать это довольно легко и просто. Для того, чтобы ее одеть, вам достаточно просто встать перед зеркалом и очень внимательно зацепить ее на лице. Отрегулировать размер. И здесь очень важно, чтобы ушки были расправлены. Маска заходила за нижний, за второй подбородок. И в этом положении маску нужно немножечко подправить так, чтобы она нигде не давила. Ощущение натяжения будет. И маска будет первое время сдавливать немного кожу. Это очень важно, потому что в данный конкретный момент под давлением, под прессом этой маски начинает активным образом идти процесс лимфодренажа. Снимутся мелкие отеки. И самое главное, после ношения этой маски
лицо, овал лица запомнит это положение лифтинга, и вы точно зафиксируете, как ваша кожа станет идеально гладкой, а лицо приобретет молодой четкий овал. Уйдет второй подбородок, челюстной угол станет более острым, уйдут брыли, ну а у дам, у которым далеко за 50, еще уйдет складка, которая часто наблюдается вдоль уха. Складка показывает, что ослабли мышечные связи, и потихонечку кожа начала спускаться вниз. Кроме всего прочего, на место станут жировые компоненты, которые у нас есть в щечках. Молодые щечки круглые, с возрастом они немножечко стекают вниз. Все это пойдет на свое место. Итак, когда мы носим эту маску? Мы маску одеваем всегда, когда вам кажется, что ваш овал лица стал не таким нежным и юношеским. И вы вдруг заметили, что начал появляться второй подбородок, стали появляться брыли, и угол челюсти стал не такой острый. Поэтому маску одеваем на несколько часов вечером. Мы не спим в этой маске, потому что она будет мешать нормальному сну. Но в любой момент, когда у вас есть время свободное, вы можете отдохнуть, одев эту маску, посмотреть фильм, почитать книгу и так далее. Маску одеваем еще тогда, когда вы сделали серьезную косметическую процедуру. Например, провели процедуру смарт-лифтинга. Это довольно серьезная манипуляция. Сделали лазерную подтяжку лица. Или, например, провели процедуру РФ-лифтинга или микротоковую терапию. Чтобы зафиксировать овал лица, ради этого делаются все эти процедуры, нужно одевать эту маску, тогда кожа точно запомнит то положение, когда она была в возрасте лет 20. Но еще, кроме прочего, маску всегда можно одеть в момент, когда вам нужно куда-то отправиться на вечеринку. Буквально на часок походите в маске, и кожа опять обретет тот самый нежный юношеский овал лица. В любом случае, это прекрасная помощь, великолепная фиксация, и вы всегда будете иметь идеальные контуры. Носите, пользуйтесь, это очень хорошая история, японская технология, которая позволит вам всегда сохранить юношеский овал лица. Дальше. Что тут за куча мала лежала? Вы знаете, нам очень хорошо подошла вот эта вот курточка. Я ее встретила в распродаже компании Faberlic. И думаю, слушайте, ну классная куртка, еще и с поясом. Железная вот эта вот вся фурнитура тут идет. Не, ну вот эти вспомогательные кармашки, они, конечно, пластмассовые, но сам замочек в основном он идет железный. И я думаю, качество хорошее, капюшон нам тоже подошел, все подошло, мы ее оставляем. Она, конечно, на ней идет длиннее, но нам как раз надо, чтобы попочку закрывала. В общем, идеально на нее села. Тут вы увидите, как она крутится, вертится, ходит, двигается и так далее. Единственное, что вот настолько нам пришлось подогнуть рукавчики. Но если уж мы будем ее носить, мы вот так вот внутри, шов вперед, иголочкой немножечко с двух-трех сторон закрепим, чтобы ей было удобно. И все. Отличная курточка. Не вижу смысла ходить в магазин, если в моей любимой компании есть курточки. Потому что одежда в компании Faberlic очень хорошего качества. Мне нравится, как ее шьют и так далее. Значит, это у нас курточка идет с артикулом 890-954, размер XS, цвет красный, 100% полиэстер. Дата изготовления аж август 2018 года. И Вике очень нравится в последнее время красный цвет. Ну и вот и сейчас где-то на природу взять. У нас недавно был минус один пару дней назад, поэтому вот самое то в такой курточке сейчас у нас. Вот тебе и лето, как говорится. Вот. Мы удивлены, у нас, наверное, первое лето такое холодное. И осенью тоже будет великолепно. Она и не продувается, и под дождиком не промокнет. И вечером там в магазин куда-то сходить, сбегать. Курточек нам надо много, потому что за день иногда приходится 3 курточки менять. Далее, так как все-таки была распродажа, я еще заказала XS штаны попробовать. Но это, по-моему, не XS. По-моему, это пересорт. Потому что там войдет 4 Вики. И на меня они почти-почти налезли. То есть это 48-46 тут размер попался. Поэтому я это, к сожалению, отправляю на возврат. Иногда бывают пересорты. Мне вот за 7,5 лет в компании, ну, пересорта уже, наверное, 3-то точно попадалось. Но качество хорошее, все хорошо, все здорово. Просто пересорт. Тут XS, но они очень большие. Артикул 890-968. Штаны вообще прям классные, хорошие, мягкие. Они идут утепленные. И тут еще такой начесик. В общем-то, все великолепно, все здорово. Все прям хорошо, прихорошо. И вот тут, кстати, смотрите, тоже написано XS. Faberlic Sport. Тоже XS написано. Но что-то он какой-то не XS-ный. И артикул тут приделан. Не докопаешься. Но не знаю. Мне кажется, любой девушке XS размера, они будут
очень велики, но посмотрим. В общем, курточку оставляем, штанюшки, к сожалению, оставить мы не сможем. Далее вот парочка таких вот пакетиков. Парочка таких вот пакетиков. Классный артикул. 781-122. BioBest. Будь лучшим. В переводе. В общем, супер. Сохраним планету вместе. Заботимся о чистоте окружающей среды. Мы используем только биоразлагаем пакеты, которые безопасны для природы. Ну, я верю. Мне тут недавно писали, что это прям неправда-неправда. Я обратилась в обратную связь. Мне сказали, что это мне неправду говорят люди. Ну, не знаю, кому верить, кому нет, но биоразлагаемые пакеты и вообще все био сейчас входит в огромную моду. Дальше, значит, мы с вами пойдем по вот такой вот скатерти коллекции вдохновления природы. На мой стол оно маловато. Артикул 145-220. У меня стол побольше. Будет коротковато. Он как бы целиком стол покрывает, но не допокрывает. Поэтому я это повезу мамуле своей. Она скатерти очень-очень любит. Новые скатерти очень любит. Поэтому я с удовольствием ей отвезу. Артикул у нее 910-399. Ну вот как эта скатерть смотрится на моем столе. Слушайте, забираю свои слова, что она будет маловато. Очень даже ничего, классно. И мне еще подсказали, что она тефлоновая. Но она правда такая. Я думаю, слышите, как мы прикалываемся, шабаршашная. Да, шабаршит очень сильно. Ну вот такая, в принципе, прикольно. Но мы любим вечно все проливать, поэтому у нас такой вот обычный стол. Ну, я его недавно показывала, мы его недавно поменяли. Вот такой вот звук прям. Она такая, как будто бы прорезиненная, что ли, интересная. Так, далее, смотрите, у нас с вами идет такая прикольная штучка, как корректор осанки. Материал полиэстер, пластик. Размер LXL, охват талии от 75 до 100 сантиметров, длина по спинке 42 сантиметра. Мам, ну как тебе? Ну так-то удобно все, так сказать, и выпрямляет. Да? Да, так сразу же плечи. Да, сразу такая грудь большая, да, стала. И талия маленько появилась. Ну да, когда мы выпрямляемся. Да, да. Да, ну прикольно, прикольно, конечно. А интересно. Ну, удобно. Все размер, размер. Да, вот да, интересно, да, мужу каково будет. Ну, все классно. Сначала не смогли разобраться. Подумали, что лямки нам велики. Но потом разобрались, как оно тут вставляется. Вот если смотреть картинку, вот эти лямочки, они сюда как-то вот вдеваются. В общем, прикольно. Ну что, мам, будешь носить? Оставляем себе такую штуку? Ну, что, оставим, да. Мне кажется, что копать землю хорошо в ней. Копать нагрузка, землю, думаешь? Да, нагрузка это. Да и мне кажется, и телек сидеть смотреть, и за компьютером да, хорошо. Да, да. Мне кажется, оно прям вообще прикольно. Ну да, прям вообще. Ну у тебя правда такая сразу талия, такая сразу грудь. Я не могу, прям леди вамп стала. Ну прикольно, в общем, заказала парочку LXL. Слушайте, оставляем. Кстати, артикул забыла сказать, 910-387. Прикольная штукенция. И вот смотрите, у мамы тоже давит вот это вот место в шее, да, мам, впивается. Здесь нагрузка может быть. Ну, это вот на шею говорят, что нельзя, но вот это все вот очень хорошо подтягивается, молодит, но вот хочется это все убрать. Именно шею давит и спирает немножко дыхание, и сложно очень не говорить. Именно вот эта вот резиночка в конце именно шеи, не в начале, а в конце. Да, ничего. Слушай, как оденешь, похоже. Сейчас уже вот одела, немножко приподняла и уже не давит. Да? Да. Ну вот его можно носить 6 часов в день. Ролик мы тоже вставим для вас. Вот его можно носить по 6 часов в день. Это интересная штукенция. Надо, конечно, испытывать на практике. Но мне кажется, что стирать его надо каждый день или как тоже. Нет, нет. Нет? Думаешь, раз в неделю стирать? Да. То есть надо два. Один в стирке, да, второй да. носим таким образом. И тоже как еще стирать, как ухаживать. Я думаю, что это все в аннотации на сайте есть. Конечно, вручную. Да, мне кажется, вручную, без кондиционера, хорошо пропускать. Поласкивать, да. Вот что-то вот такое. Вот, вот это вот One Week Miracle. Что, мам, оставляем тогда, да, ну, получается? Да, попробуем. Сколько это как сказать? Ну, это надо месяц носить каждый день по 6 часов. С вами надо будет. Так и загоришь. Да.
Там все будут спрашивать, откуда ты, милая женщина? Будешь как инопланетянин, с загаром-то с таким. Ну, вот такая вещь. Мне кажется, действительно, она хороша не в поездках, не где-то, а именно вот время от времени дома надевать. Интересно, можно ли надевать ее каждый день. Но корректор осанки, мне кажется, можно снимать только на ночь. А вот, вот эту штучку Рима Корнеева сказала 6 часов в день, до 6. Но уже 20 минут уже будет возможность. Но мне кажется, сняли, покушали, снова надели, если вы дома. Она так-то, она не мешается. Вот единственное, что вот тут вот в районе шеи... Нет, вроде ничего. Вроде ничего. Да, да. Вот Антону тоже не давит. Хорошо, и то, и другое, вот видите, мы оставляем. Далее хочу вам показать то, что у меня в пустышках. То, что закончилось, потому что ролик получился не очень длинный из-за заказа. Поэтому вот пустые баночки, пару коробочек кошачьего корма классного. Такой вот кондиционер закончился. Поэтому я вам быстренько еще сейчас буду показывать, что закончилось. Закончилась куча батончиков, как обычно. Универсальное антибактериальное средство. Обрабатываем ручки, наливаем в пол при мытье и все такое прочее. Наливаем в робот-пылесос. Очень удобно. Не забивается. Закончился соус. Брала его по распродаже. Очень много пачек. И еще возьму, пока майонеза нет, ну хотя бы соус. Так, дальше детское мыло для рук. Вот это, кстати, новинка. Это получается у нас гель для душа. Артикул 2763. Роза. Вот вы знаете, не люблю такой натуральный аромат роз. Прямо натуральнейший аромат роз. А как-то вот, не знаю, не зашло, не мое. Хотя моет, пенит, все великолепно, замечательно. Далее, фитоконцентрат 14 порций. Это такой чай, быстрорастворимый. Артикул 157-15. Он идет для похудения. Кто-то на нем прям по 20 килограмм скидывает. Но я его не пью. Пьет все время муж. Он ему нравится. Просто как вкусный компотик он его пьет. Маска. Очень хочу похвалить вот эту маску. И даже мой мастер макияжа сказал, что маска суперская. 150 мл, артикул 0197. Далее маска стара как мир, как говорится. Технология противостояния времени. Она активно восстанавливает материю волос, корней до кончиков. Ну, как раз то, что нужно. 3 дня подряд делала прически, 3 дня подряд делала такие вот суперские маски. Артикул 8963 у этой масочки. У нее не очень приятный аромат, но очень хорошее действие. Она слегка утяжеляет волосы. Если у вас сам по себе волос плотный, и вы еще этой масочкой будете пользоваться, ну, я бы вам сказала, не будете вы этому делу рады. Дальше йогурт для волос, артикул 2655, это шампунь для всех типов волос, авокадо. Ну, знаете, вкусный, приятный, классный, 150 мл, хорошо пенится, никаких нареканий нет. Но это не новинка, да, как бы была, отлично. Далее, концентрированный гель для стирки, артикул 118-43, тоже классный, суперский. Дальше, значит, средство для очистки духовых плит, свежесть мяты, артикул 30-120. Тоже давно пользуемся. С мятой, конечно, получше, чем без мяты. Но, честно сказать, запахи все равно, вот эти вот химозы, они все равно остаются. Далее мы любим добавлять пятновый водитель в свою машинку. Артикул 30062 тоже понравился. Заказываем не первый год, поэтому здорово. Парфюм для стирки всем прям понравился. Артикул 8010. Меня как-то он не впечатляет. Дальше вот такие вот противовоспалительные штучки, мини-патчи для проблемной кожи. Ну, конечно, мне не понравились прыщики, они действительно подсушивают. 24 штучки разных размеров, в артикул 910-103, прям понравились. Далее санитайзеры, ну, потому что мероприятие шло 3 дня, санитайзеров много ушло. Так, коралловый кальций, это минеральная композиция для кондиционирования питьевой воды, артикул 157-30, нужная, полезная для здоровья штука. Концентрированный гель для стирки, тоже пустышка, 118-42 артикул. Ну и тут, как вы видите, средство для унитаза закончилось. Гель для профилактики устранения засоров. Ну, круто работает. Мне пока все нравится. Но, к сожалению, прям супер-мега таких засоров, которые прям... Ой, стоят, прям вот вода стоит, к сожалению, нету, были какие-то сложности, но вот эти, с этими сложностями он справился прям здорово. Артикул 30-244. Увлажняющий крем для лица, артикул 0875, трансформер, классный, суперский, кожа напитанная, даже мастер спросила, что у тебя с кожей, такая классная кожа стала, представляете, как здорово. Далее еще одна новинка в пустышках, это гель для душа, лилия, прикольный, кисленький такой ароматик, ну слушайте, даже кисленький ли,
Ну, такой, знаете, невесомый, слегка кисловато-сладкий, сладкого больше, артикул 2764. Понравился, попадется под руку, еще закажу. Вот когда я заказываю, сижу гели для душа, да, действительно, есть такое, что вкусно, клево. Дальше санитайзер, пятновый водитель. Вот видите, целый пакет с пустышками, огромный целый пакет. Опять-таки, покушали вкусняшек. Кофе обязательно добрый день, он нам очень нравится, артикул 160-49, шоколад на меду Викин, кетчуп классический, витамины живица, ну 100 раз о ней говорить смысла нет, 3-6-9 витаминки, бонжорно гель для душа Япония, по-моему, а нет, он мне понравился, знаете, прям реальная такая кислинка, клевая и классная. Пятновый водитель, добавляем его при стирке, тоже очень хорошо работает. Гель для цветного, для стирки цветного. Бальзам, ультракондиционер для белья. Один из моих любимых, 118-55. Классный аромат, просто классный. Ну, как вы видите, пятен мы не ждем, пользуемся пятновым водителем. Аж 3 штуки ушло за месяц. Опять-таки, добрый день кофе. Кофе много пьем, получается 4 банки в одном пакете. Мой любимый блерушка, начинаем пользоваться реже, потому что, ну, уж очень много различных средств беру на обзор, на новинки. И вот тут вот дорасходовала его на мероприятие, потому что хотелось выглядеть посвежее, получше. Артикул 1049, очень приятно. Особенно для тех, кому больше 35 лет, прям резко-резко видно вот эту вот разницу. Живица, пару баночек живицы. Это что? Так, набор палочки из фибрового волокна для ароматического диффузора. А, ну да, вскрыли палочки. Ну, ароматические диффузоры вообще мне очень нравятся. Концентрированное моющее средство «Цветущая липа». Это тоже одно из новинок. Не помню, было оно мне, не было в пустых баночках. Артикул 30217. Штука классная. Далее стевия закончилась, одна баночка. Это сахарзам. Гель для душа. Получается клубника, да, Story de Amour. Ну, знаете, отличный гель. Ничего плохого, ничего хорошего. Вот, знаете, новый вкусик, новый ароматик, очень приятный. Вот, 26,98. Хоть и это новинка, но я не могу сказать, что он меня особо впечатлил. Дальше, значит, спрей для поверхности с маслом Монарды. Обрабатываем ванну, душевые кабинки и так далее. От плесени. Хорошо помогает от плесени. Так, еще один санитайзер. Ой, нет. Укрепляющий гель-бальзам против выпадения волос. Артикул 1680. Классный. Мне понравилось. Для тонких, слабых, редеющих. У меня, конечно, тонкие и слабые, но не редеющие. Но я все равно время от времени им пользуюсь. То есть не каждый раз, а время от времени. Его действие мне нравится. Хорошо наносится, хорошо вымывается. В общем, все отлично. Дальше, наконец-то, дорасходовала масочку Dream Therapy ночную. Артикул 2671. Ну, могу сказать, что это просто один из моих фаворитов, что ли, будет. Она действительно очень круто освежает лицо. Она его так выравнивает. Ну, я не знаю, как детки получается. Такое лицо детское, как будто свежее такое, гладкое. Прям напитанное. Очень классная маска. Ну, и, конечно, да, она действительно успокаивает. Испытана на практике. Восстанавливающий активный спрей. Активный спрей артикул 0256. 100 мл. Ну, просто так наносите, в жару наносите. Можно из него делать лед, протирать лицо. В общем, все что угодно, классный спрей. Маску глиняную смочили, еще лучше маска будет действовать. Такой у него спектр применения. Так, вот это значит гель для рук дезинфектор. А это у нас крем-депилятор 3 в 1. Это дочка пользуется. 25-75. Прямо она вот ему пользуется, он ей нравится. Ну что ж, мои дорогие, совместила и пустышки, и не пустышки. И заказ, в общем-то, чтобы сильно коротко не было. С вами была Конова Аня и компания Faberlic. Всем пока-пока!